А, здорово, Петрович, здорово. Чё тебе нужно? Пила нужна? Чё у тебя там в гараже, пилы нет, что ли? Ну ладно, ладно, занесу, занесу. Так, а где же у меня пила-то? Надо же, жена уборку делает, никогда после нее ничего не найти. Как ты тут все ворчишь? Где пила? Че молчишь? Где пила, я спрашиваю? У соседа пила. Почему у соседа? Ты всегда в гараже, а сосед всегда дома. Он позвал, я зашла. Ну, это понятно. А пила где? Я ж тебе говорю, у соседа пила. А что ты даешь, кому попало? Ну ты все время в гараже, а сосед всегда дома. Так, если пила, быстро к соседу. Ты что? Ты вот так вот меня просто отпускаешь? Ну да. Но совсем? Через 5 минут жду обратно. Знаешь, по себе людей не судят. Тут хотя бы полчаса надо. Что ты несешь? Ну, если пила у соседа, ну, принеси пилу домой. Эй, придурок. Дома пила. Ты ж сказала, что у соседа. Мало ли, что я сказала. Мы, бабы, такие наговорим, пойду валерьянки выпью. Подожди, а что ты имела в виду вообще? Сейчас я найду твою пилу. Алло, девушка, здравствуйте, я вам уже звонил по поводу панели голубого цвета в ванную. А то жена у меня мылась, локтем задела, панель треснула. Есть? А сколько стоит? 3000. Ну, дороговато, конечно, но я заеду, заберу. Хорошо. Нашла эту пилу. С кем тут все болтаешь? Да я узнал про панель. Как ты узнал? Позвонил кое-куда. Мне все подробно рассказали. Ты меня осуждаешь? А как ты думаешь? 3000! Тебе и цену сказали? Как ты могла? Чем ты вообще думала? Я была молодая. Мне нужна была работа, не было денег. Я нашла работу. Ты сейчас о чем? Я про панель. И я про панель. Я старался, клеил в ванной панель, ты сломала. Делаешь, гад, а? Вот тебе 3000 на твою панель. Иди сам на эту панель, а я валерьянки приму. Подожди, а о чем ты только что? Придурок. Да, слушаю.
Да-да, Елена Петровна, что он опять натворил? Стекло в школе разбил. Сколько двоек? Да нет, Елена Петровна, я занимаюсь с сыном, учим уроки. Елена Петровна, алло! Нет, ну что я за отец? Совсем сына запустил. Вот Серега, сосед наш, вот он хороший отец, настоящий. Он с сыном и на каток, и в парк, и уроки вместе учит. Что ты все бормочешь-то? И что ты бормочешь? Да я про сына. А что с сыном? Да я говорю, Серега, сосед наш, он настоящий отец. А этот-то ты как узнал? Учительница позвонила, все рассказала. Учительница? Ну да. Она-то откуда знает? Ну так это ж все при ней случилось. Она что, в шкафу сидела? Она у окна стояла. На 9-м этаже? Учительница стояла у окна. Тут все и случилось. А, она... В бинокль из соседнего дома наблюдала? Да что ты несешь? Вот я теперь стою и думаю, какой я отец? Серега, он настоящий отец. Прости. Прости ты меня, дуру грешную. Ну ты же все время в гараже. А Серега всегда дома. Он и словом поможет им. Делом. Я говорю, учительница позвонила. Наш сын в школе стекло разбил. Что ж ты, гадина, делаешь со мной? Подожди, а за что ты только что прощения просил? Ни за что. Вот тебе твои 5000 и вставь свое стекло. Минутку, подожди. Алло? Что-что? Две дочки в Казани. А, пиво две бочки заказали. Ладно, сейчас подойду. Милая, мужики звонили, там в гараже помочь надо. Я пойду, ладно? Иди. Иди отсюда. Ты только не скучай, ладно? Я не соскучусь. Я к соседу пойду. Догорает короткий вечер, кончен бал и пленяться нечем. Догорает и наша встреча, догорают в печи дрова, и пейзажи родного края, как прообраз земного рая, догорают, и, дорогая, догорают твои слова, и пейзажи родного края, как прообраз земного рая, догорают, и, дорогая, догорают твои слова. Рейс ушел, и перрон оставлен, пистолетом к виску приставлен, желтый лист и финал поставлен, как у Клода Лелюшкино. Отчего ты глаза не кажешь? Неужели ты мне не скажешь? На прощание снимая тяжесть, что тебе хорошо со мной. Отчего ты глаза не кажешь? Неужели ты мне не скажешь? На прощание снимая тяжесть, что тебе хорошо со мной. Thank you.
То ли это поминки лета, то ли это в снегу планета, то ли тонкая сигарета легким пеплом осыпет плед. Королева, не надо гнева, я и сам ухожу налево, как старик, что закинул невод, когда рыбки простыл и след. Королева, не надо гнева, я и сам ухожу налево, как старик, что закинул невод, когда рыбки простыл и след. Вечер кончен бал, и пленяться нечем. Догорает и наша встреча, догорают в печи дрова, и пейзажи родного края, как прообраз земного рая, догорают, и дорогая, догорают твои слова, и пейзажи родного края, как прообраз земного рая, догорают, и дорогая, догорают твои слова.